Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова The Master. И засранец Зога. И с нами еще Талкус. Талкус. Так, мы играем в новой карте на Бедварсе. И здесь... А что это сейчас за дерьмо здесь происходит? А это 8 на 4, тут большая карта. Че, там играл, золото много и много железа спавнится. А здесь прямо спавнится? Да, а на центре что? И на центре там очень много железа спавнится. И вот этих вот тентаклей... Не знаю, как их еще назвать. Так, Талку, сделай нам броню, короче, делай нам броню и все такое давай. У меня может, ребята, интернет подлагивать, поэтому вы, если что, письками меня не бейте по лицу. Вот. Зога, ты будешь строить или нет? Что ты встал на месте? Отойди, давай я буду строить лучше. Подожди. Давай. Меня... Скинь мне блоки, скинь мне блоки. У меня не так интернет. Да не скинь блоки-то, алё. О, все, у меня тоже подлагнул интернет. Блин, дорогие друзья, вот так вот мы играем. Что-то интернет-провайдер дерьмо. У меня... Ой-ой, Зога, прямо меня штырит, Зога... О, все, отштырило. Меня тоже штырит, вообще. Возьмите броню там, вначале. Так, сундук есть. А вот, отлично. Да что-то провайдер сегодня у меня шалит просто весь день. Не дает мне даже поиграть. Зога, иди, тоже блоки мне тащи, я буду строить, и две блоки мне тащи быстрее. Давай. А у тебя сколько блоков? Сколько блоков? 4 блока у меня. 3, 2, 1, 0. Тащи блоки быстрее. Блоки мне. Скидывай, я прямо беру. Зога, дай обратно себе взял. Скинь нормальный их, отойди. Ты налей и отойди, Зога. Налей и отойди, говорю. Чё у тебя сиськи появились? Какие сиськи появились? Дай мне блоки, дурак, блоки мне дай. Ты на месте стоишь. О, у меня месть. Жизнь перед глазами промелькнула. Алло, блоки мне дай. У меня интернет залагал. Они уже, видишь, там гарпстон какой-то делают в чате. Спайтлер де клуб Индсгадсторбен. Не знаю, что это значит, бывает, но, наверное... Бывает. Он, наверное, ставил Фей Винкс, короче. Видишь, тоже гарпсторбен. Еще одна Фей Винкс, короче. Ну, легко, короче, в наше время стать Фей Винкс. Талкус, ты чё? А ты базу защитили? Кровать защитили? Да, я там закрыл. Да, он там. А вы меч мне сделали? Броню сделали? А сейчас меч сделали. Тебе золотой сразу сделаем. Золото. Да какой золотой? Ну там же чуваки к центру почти простой. Быстрее, блоков не хватило немножечко до центра, ребят. Быстрее, чуть-чуть блоков. Давайте. Кто здесь блок поставил? Чё за псих? Я ничего. Талкус, блин, кирку возьми. Мечи возьмите в руки, чтобы убивать. И нагрудники. Хасгарст. Хасгарсторбен опять кто-то там. Зога. Ну, феи стали. Они так, феи... все, я кажется здесь. Я уже нафиг этого частичка. Это... Приходи за золотым мечом. А за где? Где здесь? А есть же. Ох, нихера, тут железо! Ну, я же говорил, там железа много. Да, под тентаклями спавнится. По там уже чувак, еще к центральному острову достроился один за золото, там, наверное, еще больше золота. Нет, там это, там типа гнезда, там яйца и сверху яйца спавнится золото. Яйца. А, ну вот он забрал все золото, чуваки, он все золото забрал, слышали? Да. А у меня стак железа, я, короче, скину, на, возьми штак железа, чувак. Давай штак. А он улетает, он скользит. Скользит. Мы не переводим, мы скользим. Первый раз не переводят, первый раз скользят. Ну, когда в карты играли, слышали такое, да? Так я гнезду к яйцам. Они сейчас лук уже сделают, ребята, они потом из лука будут стрелять. А мы сейчас тоже можем сделать. Да, сделай лук, отстреливай базу. А нам нужно еще тут золото спавниться, бедный. Нужно еще ему. Мечей 10, наверное, сделать про уровня. Ну, так я бегу к золоту, где. Охереть, тут золото! Яйца, гнездо, я в рот его гнездил. Тут прямо. Тут еще какой-то синий! Он с мечом! Спасите меня, он с мечом, он за мной бежит, наверное, не знаю. Нет, Закин, от кого бежишь? Не знаю. Че орал? Там у меня 14 золота, потому что спер. 14. На золото, чувак, 14 штук. Так мне нужна броня нормальная, чтобы меч. Там первого. Сам жесткий нагрудник, надеюсь. Нет, у меня она возьми третья. Давай, возьми, давай, вот, да. О, ну все. А где еда? Еды не дайте. На. Сундук кидай. Я тебе что, сундук? Там третьего уровня. Третьего уровня броня. На, там еду возьми. Так, а железо где еще? Все. Так клеечки надо было купить. Железо мне дайте. И моритардов. Лес тут есть. Пойдем на тентакли там заберемся. Пойдем.
Давай, я куплю одну лечку хотя бы, а то сейчас начнется замеса там небось. Первый раз играю на этой карте, дорогие друзья, да я думаю, Загинатор вместе с Толкинатором тоже играют первый раз. Мы уже играли. Толкинатор играл. А, Толкинатор уже дрочился на этой карте. Я играл. Вот, ну все понятно. Дырки, я чуть упал. Да, там дырки, осторожнее, там стекло можно упасть и вообще говорить. Стекло не попади. Да, Зога, он никогда в дырки не попадает, если вы понимаете, о чем я, так что ничего страшного. Есть. Блин, хрена тут за железо, железный замок построим, это мой режим, ребят, и я здесь король. Мне тут король. Железо, это все. Король. Принцесса, блин, новоиспеченная. Загина. Загина. Есть такое. Какие-то одни чуваки только строятся, которые напротивположны от нас, они только строятся, я им мешаю. У меня лука, к сожалению, нет, так бы я им лицо бы сломал. Да не-не-не-не. Оставь золото, всякие там порошки, эндерперлы, я взял 2 стака железа и несу его нам. И упал в дыру. Ты упал? Шутка. Прибаута. Я бегу на центр, там, наверное, яйца наспавнили еще кучу золота, не знаю, может, конечно, чувак его забрал, все. Но эти яйца, они вообще... Ой, сколько золота опять. Пылесос просто свой врубаю, золотой пылесос. Он сейчас тут все напылесосит, золото все спылесосит. Вообще жесть, сколько здесь золота, дорогие друзья. Да просто отвечаю, золотая жила. Золотая жила, по-другому это дерьмо не назвать. Ой-ой-ой, там кто-то кого-то убивает. Ребята, вы главное дефайте базу. Дефайте базу. Есть такое. Хорошо, идем. А куда вы пошли-то? Никуда, тут. Красный с луком не даст мне сейчас золото, видимо, забирать, он там ко мне идет. О, подожди, у нас столько железа, можно сундуками чисто все заставить. Да, так и нужно, визит. И нужно делать, так и нужно делать. Застраивай все. Супер тактика. Ну точнее, где-то. Ко мне красный с луком пришел, дорогие друзья. Друзья, Он пытается меня убить. Ну это вряд ли получится. Я скидываю его. Изи катка. Чувак с луком улетел отдыхать. Там. Видите, в чат написано, кого я отправил в таверну, в могилу, к его... Зога пересмотрела нашего ютубера одного тут известного, который любит всех эболитить там, спидолитить и к мате литить. Да. Это самый популярный ютубер, который вернулся. Который вернулся, что? Да не, на самом деле это не самый популярный ютубер. Мне больше нравится этот проект, который Рака Макафо, как он там называется, видел, где типа всякие социальные эксперименты. Да. Они за год подняли 500 тысяч подписчиков. Ну, пацаны, с нуля, прикинь, самый крутой старт этого года. Прошлого 2014 года самый крутой старт. Ну, имеется в виду из ВСПшников. Так и Ивангай был не старт, Ивангай уже 1.5 года, а эти типа самого нуля, с нуля. Understand? Разве? Им всего 1.5 года? Нет, да, они как бы с нуля. Им еще, ну, типа год что ли будет скоро. Да, им год был вот недавно. Ну вот или недавно был, хрен знает. Ну короче, они начали в том году. Они начали в том году, то есть Ивангай начал в 2013 году вроде, или в 2012, не, в 2013 вроде году он начал. Вот, а эти чуваки начали прям в 2014, то есть полгода. Ну не видишь, нереально крутой проект, у них не нравится. Даже мне нравится. А их там их бустили? Ну, наверное, всех таких бустит, чувак. Они на стопудово там с какими-нибудь блогерами перепихнулись, как обычно. Спилберг позвали там, все дела там, ну ты понимаешь, не Федову позвонили там. Меня из лука стреляют, мне не дают золото. У меня 42 золота, я не могу его принести. Меня обстреливают из лука, дорогие друзья. У нас. Мы тебе можем помочь. Только это за одним образом. Мы дайте какахами. Так, мы сталкиваем самого стилина Сейчас, меня чуть не убили. У меня осталось 3 сердца. Все, я убил этого чувака, который меня пытался убить. Сейчас пытаюсь уйти, потому что в любом случае, если я здесь останусь, меня убьют. Либо 43 золота я просру, либо и принесу его нам, и мы будем просто королями с золотыми штанами, с спанчбобами и так далее. Будем обмазываться золотом, есть золото вместо масла. Ама хасла. Я макру без масла. Ладно, не важно. Крейзи мега хелп съела. Что мы в этом ролике слишком много других ютуберов обсуждаем, это неправильно. Что это вы тут делаете нафиг? А зачем вы стекло поставили? А стекло. Да моя база, уйдите. А стекло тоже ломается долго. Да? Хай-тек. Ну ты рукой его все равно дольше будешь ломать. Разве? И кирка на него не действует. Так, что будем делать, ребята? Так давайте купим, короче, хилок.
Давайте интерперл, не знаю. А, слышите, знаете, что я попробую? Мне говорили, что есть какой-то порошок, который юзаешь, короче, веселящий, и тебя портит на барзу врага. Да, и есть порошок, который назад тебя... Варп-повар, телепорт... А, типа на любую из шести вражеских баз или чё? Ну, есть... Ну, это... От крипера, который падает, порошок. Но. И он... Им можно телепортироваться назад домой. А на вражескую базу можно? На, там тоже какой-то есть порошочек. То ли желтый. Хоть я не купаю. Я точно. Понял. Блин, мне во всем этом разобраться, там чувак писал, а я что-то забыл, все, короче. А я лучше куплю эндерперл и не буду париться. Чперл. Эндерперл. Дай нам. Золото скинул в сундук. А, так, куплю сейчас еще хилок, ребят, нам на всех. У меня опять залагал интернет. Эндерперлику, пацаны. Не надо, у меня завис интернет, ребята. Мы видим. О, отлагало. А, меня штырит. Все, это проштырило? Да, проштырило. А если сел... сундук бежать, тоже штырит. О, ребят, сколько я нам купил зелье, смотрите. Сейчас сундук скину. Лишние. Оставьте по три штуки, я беру обычно с собой. Набухаем. Ой, Зога, тебе еще ты не совершеннолетний. Да я на 5к бухал, знаешь, вообще не про. Что ты бухал? Он небось тебя до спрайта. Шапотенок! Спрайта небось там нюхнул и все, я бухал, спрайта там нюхнул, но вообще Зога перепутал, рамсы вообще путает постоянно. Костя, силку. У меня гома хд за. Силку я уже взял. А нам? Ребята! А вам зачем? Перед глазами. Ну мы тоже рашить. Ну я буду рашить, а вы будете, короче, это, на подсосе, короче. У меня, кстати, слышь, семена есть. На, возьми семя. А тут выпадает страх. Так я выбиваю здесь скорости, дорогие друзья. И беру хилку в руки. Она, ну, скорость, она просто долгая. О, синих снесли. А мы как закол, да, зеленые? Они... Да, мы зачем? Так, вы идите за мной. А кто на базе-то он станет охранять? А за... Не, если... Подожди, я порошок Сал. Этот куплю, чтобы на базу тэпнуться, если чё. А как мы узнаем, что нас сносит? Да. Ну, мы увидим, если к нам... Пятая точка. Быть. Она всегда чё. Я иду уже на врагов, ребята. Подожди, я даже силу не взял. Так без сил я буду танковать, а вы будете базу их ломать. А у меня даже кирку не взял. Я такой, есть золото с собой. Так, одного слил, бегу к ним. Костя, не, на нитку встал, ребят, на нитку встал. Кто на нитку встал? Сталку, стащи, иди, а я да это... Там, я бегу. Кто на нитку-то встал, ребята, я что ли? А? А где она была, я не видел ее. А ты не увидишь ее вроде. Она невидимая. Да ладно. Вроде. Так поставьте там нитку. По крайней мере... А сколько она стоит? Ну-ка, сейчас только посмотрю. А там не нитка, а растяжка, типа, называется. Но. Растяжки? Спешл? Да, спешл. Трэп. Я на базе врагов, ребят. На нас не действует? Сейчас кровать сломаю. Сломал кровать. 8, короче, взял. Я сломал кровать, чуваки, сломал кровать этих черных. Убил их! Я затащил! Оу! Так, еще нам осталось. Благодаря кому? Зоги и тал. Сидели там, я, короче, тащил тут, они там сидели, такие, благодаря кому? Зоги и Талкосу, а? Ну, бас, а? Я втащил катку просто, показал, кто отец. Ладно. К нам идут, ребята, к нам идут какой-то чувак. К нам идет. Где? Вон, видите, подошел к нашему этому. А у меня в ловушке стоят там. У меня залагало, пацаны. Это я. А, это ты? Издалека не видел, да, просто. Аптифайна нет. Собрал. 44, иди на базу скинь его. Золото вообще в говно все потратил, не знаю. На этой карте просто вообще дофига всего. Нам просто на самом деле повезло, что... А сколько она должна была? 8 на 6, что ли? Не, вот тут 8 на 4 вроде. 8 на 4, охренеть, блин. Такая карта огромная. Скину другую. Вон на ротов. В ротов, Зога, я тебе в ротов давал. Так, ты... На ротов, в ротов. Вот ты мне всегда в красное давал, да? До красноты. Я еще сундук немного... А, не, ладно, у нас есть. А сколько у меня силки осталось, надо посмотреть. Минута ровно, постараюсь успеть Костя, за минуту. Мы с тобой зарашим. Ну, го за мной. Просто, видишь, можно просраться. Да, вряд ли. А вдруг нас сломают, и мы сольемся в этот момент, понимаешь? Бывает. Порошок, не огорчение. Дырка. Подожди, Такус, есть порошочек, который тебя тэпает на базу? Да, на. Давай, я иду к кинбичокам, бегу к кин... Я кротом бегу, ребята, кротом. Они даже не знают, что я бегу. Ура, давай.
Там три штуки. Они меня увидели, они меня увидели, они меня увидели. Стреляют из лука во мне. Пока у меня зелька силы, я не уязвим. Давай, одного убил, одного убил. Меня сейчас убивают, ребята, быстрее. Где вы, я уродов? Одного убил, второго убил. Все, я их обоих держу на спавне, я держу. Один убегает, один убегает. Все, я ломаю их кровать. Убивай их, убивай их, убивай их. Я ломаю кровать, убивай их. Я ломаю, 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 ломаю. Ты убивать их должен, а не ломать. Я ломаю их. Он к нам убежал, ну вы чё, ребята? Ну, Зога, блин, тоже ломатель 2000, а нет, не убежал, ладно. Я порошок, я... Нашу кровать сейчас могут сломать, ребята. Слышите, пикает, что-то пикает, наша кровать небось пикает. Нет, это мы пикаем, мы это, одеваемся. Чё? Мы на базу, короче, уже, всё. Ты мастер, короче, ой, демастер, не Соник, мы такие быстрые просто добежали, а демастер... Ой, Соник, за Саник ты, а не Соник. За Саник. Так, подожди, я... Так, нам нужно что купить? Так, что у нас там по золоту, ребята, по золоту чё? Айс. 63 штуки. Одной штучки до стека не хватает. Хватает, я вам взял. А, все. О, мне дали какую-то ачивку, фармер. О, давай делаем по стаку золота, дам вам ачивку дадут. О, давай. А? Обузим ачивки. Дали ачивку? Не написала, походу я написал, уже нафармил. Нафармил? Нет, тоже не написал. Ну, значит, ты, ну, бас, а мы там уже крутые... Может, просто я взял, типа, это золото уже, да, уже считается нафармленное. А я уже, у меня было два стака золота, я тут играл с тобой. Да, но у меня такого не было. Я понимаю, знаете, ребята, я обычно трачу золото, а эти нубасы его складировали, вот и доскладировали. Складировали, да не выскладировали. Так, я силу скидываю, так, это сюда. И силу себе еще беру. Надо еще взять себе зелье скорости. Взял? Зелье скорости взял, вот, держи вот в этом сундуке. Давай я тоже возьму. А где там этот, слышишь, где там телепорт? Как он называется? Это порох такой? Пешл, да, и порох. Порох черненький такой. Ты когда его юзаешь, ты должен стоять. Просто стоять и пока... Стой, я ФКшу, все, я там круг. Я себе лучше возьму жезл золота. А что он дает? Когда вы падаете, нажимаете, под вами платформа появляется. И урон не наносится вам. А, ну ты можешь вернуться? Да, это типа, ты можешь выжить. Да. Это всегда остается. А, прикольно. Купи мне тоже. А нет, сам себе купи, ты чё. Так, я убиваю зелье скорости, дорогие друзья. А, подожди, а золото есть на этот, на зелье силы? А вот есть зелье силы. Мне, там я зелье силы купил, 3 штуки лежит в этом, в сундуке. Взял, все, давай, побежали. И еще я себе Эндер Перл купил на всякий случай. Я бегу. Мы на гелбов идем. А где они находятся-то? Там около этих, на кого там, ротов. Около воротов? Подожди, я за... У ворот. У меня золото. А, так слышишь, нереально, они так центр таки не простроились, что ли? Да, они вообще раки, они там, наверное, сидели и дефались. Так мы могли сразу же от ротов вообще пойти их зарашить, слышишь? Они справа от ротов. Я вот сейчас опять у ротов. А, да, смотри, они у ротов прямо сейчас сидят. Он даже меня не видит, он застраивается. Парень, пока. Баба. Отлично, заклацал его, ребят, заклацал. Клац, убил. Клац. Они реально у ротов все это время были, прикиньте. Мы могли сразу же после ротов к ним пойти. Да ладно, чё уж, давай немного растянем шире. Ай! Больше доллара. Я чуть не умер, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой! Хилочки, спасайте! А? Где? Смотрите, где я на дне. Ты, где ты? Вон, я упал, Вася, здесь. Я тебя вижу. Ты мастер, помаши мне ручкой. Погоди, я Эндер Перл кинул, быстрее раз сюда иди к ним. Я у них, ребята. Давай. Ой, я не, ребята! Ай-яй-яй! Давай харасить, я пью зелье. Чувак, да я не... Я на дне, понимаешь, я не могу их харасить. А ты по... Стройся. Я строюсь. Главное, стройся. Хватайся за жизнь, какой искра. Как искра, что? Хватайся за жизнь, как искра. Я сказать. Как киска? Киска. Я у них, ребята. Сейчас буду убивать их. Минус один сделал, отлично. Минус второй, быстрее. Где вы, ребята, где вы? Быстрее сюда. Тут. Не ори, не кричи. Я им сейчас покажу. Бейте. Сломал. Отлично. Да. Да. Демастер, батя, мы затащили. Вообще красавы. Зога, Талкус, нубасы полные. Ну не, нормальные ребята. Пять. Что-то хорошая карта, мне понравилась, куча золота, мы вообще втащили, как и на изи. 5. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья, с вами были Демастер, Вор Железа и Мистер Фталкус. Вот, на этом все, всем удачи, дорогие друзья, и всем пока.